Вот я дома. Что сказать? Ничего не могу сказать. Может выпить еще феназепама? Тогда я усну точно сразу. Может и нет. Взял полотенце, чтобы вытирать слезы, сопли. На всякий случай, ну что-то я больше не плачу уже. Опостыливший комп, который надо... Надо, короче, съезжать из этой квартиры. Сейчас надо закрыть окна, а то комары не летят. У меня нету силы воли.